Святки – время колядовать. По древней традиции семьи собираются за праздничным столом, а после самые веселые и задорные, как правило, дети и молодежь, наряжаются и гуляют по улицам, заглядывая в каждый дом. С них песенки-колядки с хозяев угощения. К сожалению, пандемия и сюда внесла коррективы, но способ почтить традицию можно найти всегда, было бы желание. К примеру, воспитатели детского сада номер 80 вместе с малышами подготовили собственное представление. Гостей и зрителей нет. Задача — создать праздничное настроение, разбудить в детях интерес к обычаям предков. Не дадите пирога, будем корову рога. Не дадите плюску, будем свинью. Не дадите пышки, получайте сушки. Для некоторых из малышей колядовать в новинку, тем интереснее это занятие. Нарядившись в костюмы сказочных персонажей и зверушек, дети весело поют колядки. Всем-всем посеваем, с Новым годом поздравляем. Позвольте к вам войти, год на календаре на пути. Праздникам все возрасты покорны. Если для детей колядки – это что-то новое, то для серебряного поколения отмечать святки – традиция. В этом году присоединиться к поздравлениям и поднять всем настроение серебряные волонтеры Мордовии решили необычным способом. В новом формате святки проходят у многих. Всероссийская акция «Онлайн-колядки» набирает обороты. Старт акции в Мордовии дал Дом культуры Рузаевского района «Орион», где собрались народная студия «Зоренька» и ребята из театральной студии «Мы вместе» со своим представлением. А вот так к всероссийской акции присоединился Центр дополнительного образования для детей Ельниковского района. Хранить культуру и обычаи своего народа очень важно, а на святке еще и очень весело. Мордовия талантами богата, поэтому и в онлайн-формате праздники проходят с размахом. А эти видео долго еще будут радовать пользователей социальных сетей. Ирина Суконкина, Народные новости.